Армянам дарят автоматы вместо цветов? Что у них в голове? Российский эксперт констатирует, что в армянской общине в Карабахе не думают о мире, а видят свое будущее в войне. Люди вступают в брак для того, чтобы создать семью, завести детей, воспитать их. И поэтому, когда свадьба превращается из доброго и хорошего торжественного мероприятия в некий милитаристский обряд с вручением молодоженам автоматов и пистолетов, это показывает, насколько засорено сознание этого общества. Об этом в беседе с корреспондентом Ахар Ас сказал российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. Армянские сепаратисты, которые все еще сидят в Ханкенде, действуют по принципу «не дадим жить спокойно молодым армянам». Их удел – это гибнуть за бредовые идеи сепаратистов-реваншистов. Напомним, уже несколько дней подряд в Ханкенде со стороны псевдоруководства Арцаха организовываются свадебные мероприятия, где перед алтарем парам вместо цветов и подарков вручается огнестрельное оружие. Аналогичные милитаристские замашки не могут привести это общество ни к чему хорошему. Там вместо семейных ценностей проповедуются ценности войны, насилия, и ничего хорошего это общество не будет иметь, подчеркнул Короченко.